Всем привет, ребята, с вами Антоха, и сегодня мы поиграем в МТА провинцию реальную жизнь. Погнали! Так, сегодня мы, ребята, поедем покупать мне новую машинку. Сейчас я позову своего друга Дениса, выходим из квартиры, и он приедет за мной и отвезет меня в автосалон. Там мы уже оформим сделку, и будем кататься потом. Так, сейчас я наберу Денису. Алло. Алло, Денис. Да. О, здорово. Слушай, можешь сейчас подъехать ко мне? Я тут у себя во дворе. Заберешь меня и, как договаривались, поедем в автосалон покупать мне машину. Хорошо. Давай, жду. Пока. Давай. Так, ну, ребятки, сейчас мы дождемся Дениса, он должен скоро подъехать, и уже поедем в автосалон. Ну, для начала, я думаю, мы заедем в банк. Расскажу ж вам сегодня, какую машинку я хочу купить. Я хочу себе купить Mitsubishi 10 Lancer Evolution и черный, скорее всего. Но черный или белый, я еще до конца не решил. Посоветуемся еще с Денисом, поэтому сейчас ждем его, он подъедет, и уже поедем выбирать цвет. Так, ребятки, Денис уже вот-вот должен подъехать. О, вот он подъехал. Денис у нас работает в полиции. Так, сейчас мы садимся к нему в машинку. Привет. Здорово. Чё, как? Поехали, знаешь, наверное, сначала в банк. Сейчас, сначала за СУ, а то это Петра. А, ну хорошо, давай заедь, почини машинку. Это нормально, не устал? Нормально. Так, давай, подъезжай к банку, на парковочке меня подождешь, я быстренько сгоняю, сниму деньги. Поворотники, точно. Ну фу, какой ты, без поворотников ездишь, еще и полицейский. Как все плохо. Я с аварийкой. Да, с аварийкой, ну да. Все, давай, я сейчас подойду. Жди тут. Так, ребятки, вот банк. Живу я, кстати, в городе Приволжске. Это как бы мой первый вложик. Так, сейчас мы быстренько так ускоримся немножко. Так, по травке бежим. Нехорошо. Вот такие у нас тут фонтанчики красивые есть. Так, все, заходим в здание. Отлично. Так, тут люди сидят, ждут кого-то, хотя очереди нет. Ну ладно. Так, сниму я. Ну, давайте вот столько. Отлично. Так, все, я снял денежки. Сейчас бежим к машине Дениса и едем покупать уже машину мне. Фух. Так, сейчас пробежимся. Да. Ну, наверное, мы с вами еще покатаемся по городу Приволжске. Я вам покажу все его достопримечательности. Возможно, съездим еще в город Мирный. Тут неподалеку находится. Так, вот и Денис. Здесь. Так, все, да. Сбегал я, устал, капец. Бежал, торопился. Бежил. Ой. Ты какой цвет будешь брать? Так, ну я не знаю, или белый, или черный. Сейчас мы еще заедем с Денисом на СТО, у него там еще время какие-то. И уже поедем к автосалону. Вот у нас там строечка строит, обалденнейший домик. Денис, ну езди как-то нормально, а? Ах, парень, я сейчас на Лансере тоже так же буду кататься. Я еще не привык к управлению. А, ну да, он же тоже сегодня только купил. Ну так какой же цвет все-таки взять? Черный или белый? Ну, я не знаю, бери на смотрится. Ну, мне нравится и тот, понимаешь? Ладно, возьму черный, чтобы одинаковые не были. Правильно я сделал?
Так, все, сейчас, секундочку. Ну, все. Тогда, ребятки, сейчас я куплю быстренько машинку и все. Ну, все, ребятки, взял я себе тоже белый такой лансер. Обалденный. Вот, Денисик. Открыл капот. Вот такая там моща под капотом. Ну что ж, тогда сейчас поедем, поставим сразу мне номера, поставим его на учет. И так... Ой, что-то меня крутит. И тогда уже поедем на нем гонять. Так, садимся в него. Отлично. Ух ты, дождик пошел. Вот это я вовремя сел. Это Денис надымил. Так, отличненько. Все, погнали. Так. Едем ставить номера. Ух, какой он резвый, а. Да, конечно, моща у него. Алло. Алло. Так. А, телефон. Ты там хоть не нарушаешь? Не, не нарушаю. Я что, сижу. Так, а ты на мой... На... Нафиг. И нормально. Угу. И уехали. Так, чуть меня не врезался дальнобойщик. Так, все, давайте тогда сейчас я быстренько пойду в участок. Сейчас припаркую его где-то. Осторожно. Припаркую его где-то. Вот так вот, аккуратненько. О, Денис уже научился кататься на нем. Так. Я пошел тогда в участок, уже сделаю быстренько все. Так, все, ребятки, я взял уже, ну, поставил номера, сейчас вам покажу, какие. Сейчас вот тут остану. Дождик, правда, ну ладно, ничего страшного. Специально для вас промок, ну, ух, какой дождь. Вот такие номера. Хат 322. Ой-ой-ой, как же мокренько-то, а. Так, ладно, поехали тогда на заправочку, а то у меня сейчас только 8 литров. Ой, какой же у него обалденный спидометр. Ну да, спидометр, конечно, красивый. Да это фунтер. Да, ух ты ж, тихо-тихо-тихо, надо пацанов пропустить, а то они не любят во время дождя тормозить. Особенно, когда стартуешь, сразу на четверку кидает. Сразу видно, что за машина. Так, все, ребята, едем на заправочку. Тихо, красненький, красненький, красненький. Денис, у меня аварийка работает? Сейчас посмотрю. То есть за руки индикатор не вижу. Нет. Ой, хорошо. Так, все. Топить я пока что сильно на нем не хочу, а то еще боюсь перевернуться, в аварию попасть. Тут на красненький мы тормозим, который я не вижу. Так, Денис, ты там где? Осторожно, я назад сдаю. Ибо я светофор не вижу. О, отлично. Так-то вижу. Это что такое? А, это ты дымишь. Я думала, такой-то снег или дождь пошел. У меня тупо все задымило. Стой, подожди, там, стой. Чуть-чуть надо понарушать. Я увидел только что машину нарушает. Причем серьезно. Так, я не могу так, номера давай, посмотреть. Так, давай, ты тогда за ним пока посмотри номера. Так, а 242. Запоминаем, слышишь? Так, я быстренько пока заправлюсь. Так. А как он вообще по расходу? Вообще жрет много. Я его только вчера заправлял, уже 25 литров. Минус. Так, что-то я так за тобой встал. А бак у него? Что? Какой бак? Бак 65 литров. 65, ну нормально. Ой, из окошка выглянем, что там посмотрим. У меня 59 заправила и все. А, 59, значит. Так, сейчас, секундочку, я проверю кое-что. Опять таксист. Ай-яй-яй. Так, все, Дэн, тогда что сейчас будем делать? Ну, давай сначала на гоночный трек, что ли? Да нет, давай не на гоночный трек, давай. Ух! Тогда, гость, сейчас проверим его максималку и все уже.
А уже в следующей серии посмотрим, что будем делать. Ребят, я вообще сейчас, как бы я заканчивал медицинское училище, я планирую сейчас идти работать в больницу. Ну, как бы, в общем, я работал все это время не по специальности, деньги накопил сейчас, есть, и поэтому сейчас хочу пойти работать в больницу. Будем, интересно, будем там практиковаться. Ты уже, наверное, подзабыл все как. Наверное. Так, едем на 265, это, скорее всего, его максимальная скорость, потому что больше он не ехал. Ох, как меня прижало. Да, в спинку сидушки вдавило жестко. Так, выйдем, наверное. Ай, блин, не туда поехал. О, Денис улетел жестко. Ты там нормально? Да, колесо. Так, знаешь, я тут этот. Тут, короче. Едем правильно, все, нормально. Так а мы же не в Мирный поедем, мы уже через Приволжский. Ой, точнее, через Жуковский и домой. Да, в Мирный, там же. Ну ладно, давай Мирный тогда сейчас. Мирном Сити. Посмотрим. Да. А, ну точняк, да. Тогда сейчас доедем до Мирного. Ну, этот, Мирный Сити, и уже будем заканчивать. Все, давай, все. Едешь? Ой-ой-ой, тихо, я слетел. Что-то так скользко после дождя, как будто дождь смыло. Стой, сейчас. Я секунду. Так-то тут встанем. О, так-то красиво смотрится. Прикольные номера, кстати. Так, сейчас надо отсюда уезжать, потому что где-то здесь будет плохая связь. И, возможно, будет прерываться. Ну, будем не слушать друг друга с Денисом. Все-таки мы как бы на громкой связи по телефону разговариваем. Так, надо дверь открыть, а то еще не услышу, когда он... Ой. Так, все. Пойти автобус. Куда? О, все, слышу Дениса. Отлично, сейчас уже будем ехать. Так, все, поехали. Едешь? Все, ты едешь? Да, сейчас, Денис, тут где-то может связь пропадать, поэтому надо быстрее сюда уезжать. Вон, пятая красивая. Я, кстати, себе тоже думал, может быть, взять еще вторую. Стой, я делал... Ой-ой-ой, тихо. Вторую М5, ну, как-то, знаете, пока что передумал. Так как я сейчас иду в больницу, а там зарплаты, ну, вы сами знаете... то пока что пусть деньги на всякий случай побудут. Ой, тихо. Ой, извини, Денис, я засмотрелся. Так, сейчас тогда куда? Сюда. Поворотник включи. А, включил, молодец. Ты смотри какой. Так, успею проскочить. Кстати, может быть, вышку поставили, потому что, слышал, связь вообще не пропадала. Да, все нормально. Обычно там, когда мимо атомной проезжаешь, всегда связь пропадает. Сори. Ты шо? Это я еще не привык к тормозам. Чуть-чуть боком. Ай, да. Классная машинка и салон прикольный. Салон балдезный. Да. Так, сейчас. Ну тогда поехали уже. Слушай, поехали к тому... к этому оранжевому небоскребу. Назад чуток надо вернуться. А, сейчас вот так на повороте. Ага. Сейчас так, тогда чуть-чуть налево уходим. Так. Знаешь, когда зеленый, я не вижу. А там же впереди есть. А, вот, вижу все. Так, теперь сейчас налево опять же. Вот тут я чуток тут стану, ибо тут нет светофорчика. А, все, зелененький. Отлично. Так, тут на круговое движение сейчас. Ох, да что ж тебя так заносит, ты можешь нормально ехать? Тихо, тут можно. Так, заедь на мойку, а то у тебя бампер сильно грязный. Ты шо? Приехали. Ну, что ж, ребят, будем мы уж с вами прощаться. Вот такой лансер сегодня купил. Денис немножко врезался, столбик зацепил, но ничего. Ах!
Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если же вам понравилось. Еще будут много серий по МТА провинции «Реальная жизнь». Ну, если, конечно же, вам понравится. Всем спасибо, пока. Goodbye, motherfucker!